Во всем мире сегодня отмечают День музеев. Он учрежден 40 лет назад. Одна из традиций международного праздника – бесплатный вход. Участие в акции принимает почти 160 белорусских музеев. По данным Белстата, среди учреждений культуры именно музеи пользуются особой популярностью. И тут наша страна входит в тройку лидеров в СНГ, уступая лишь Армении и России. Около 6,5 миллионов посетителей – таков итог минувшего года. А верхнюю строчку рейтинга впервые занял Музей истории Великой Отечественной войны – почти 560 тысяч гостей. Далее Брестская крепость Герой и музей-заповедник Несвиж. Мы повинны больше зацікавить наших наведальников самыми разными формами. Конечно, не выключение этой экскурсии, это лекции, безумовно, классичные. До речи хочу отзначить, что интерес до лекции зараз расте. На фоне Рембрандта мы будем популяризировать своих мастаков. Новый проект национального художественного мастер-класса на выставке афортов великого голландца. Публика увидит рождение арт-объектов по технологии 17 века. На экспозиции установлен печатный станок, точь-в-точь, как в Амстердамском доме Рембрандта. И так уже сейчас отечественные музеи готовятся к грядущей за профессиональным днем Ночи музеев. Всемирная акция пройдет с 20 на 21 мая.